Все ближе и ближе становимся мы с природой. Или природа становится ближе к нам. Съемка сделана в Щелково, точнее около станции Чкаловская. Прямо в 100 метрах от станции, вон она вдали. За качество прошу извинить, оператору не очень комфортно было приближаться к этим милым зверюшкам. Время – раннее утро. Так что просим любить и жаловать. А это видео снято в соседнем поселке, в Звездном городке. Как вы видите, дружная семья кабанов, многодетная семья кабанов, не торопясь, организованно переходит автомобильную стоянку. Красота. Вокруг никого нет. Вы понимаете, что это тоже раннее утро. Это их время. Вы понимаете, что все снималось без подготовки, и о красоте ракурса никто не подумал. Так что показываю видео и оригинал, и перевернутое мною. Ну а следующий сюжет я даже комментировать не буду. Смотрите, наслаждайтесь. Что делать? Мама, смотри. Кать, не шевелись. Ну, покажи ей, Кать. Кать, посмотри в бок. Кать, посмотри, кто это. Кать, кабаны. Кать, смотри. Они едят мясо? Да, надо, наверное, угостить. Будете? Давайте, оп. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Они кушают. Ням-ням-ням. А хлеб будут? Не знаю, хлеб будут, нет? Будут. Ребята, вы такие голодные. Что вам еще дать? На, еще хлебушек. Хлебушек возьми. Ну, давай хлебушек. Вот это да. Вот это. Ребята, косточки. Думаешь, будут кости? Не знаю. Нет, косточки они не будут. От хлебушек будут. Ребят, у нас больше нет. Вот так. Хлебушек. Помидоры есть. Будут помидоры? Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.